Мужчина – это ценность, а ценность оберегается. Если ценность не оберегается, значит, не имеет никакой цены. Мы живем в стране, где мужчина – это не ценность. Мужчина – это ресурс для баб, ресурс для страны. Причем это самоокупаемый ресурс, который сам о себе типа должен позаботиться. Мужика никто не любит, им только пользуются, и никто не уважает, и никто не прислушивается к его желаниям, к тому, что он там себе думает. Поэтому мужчины в нашей стране несчастны, и поэтому они в большинстве не хотят жениться. И, естественно, там, где несчастны мужчины, там несчастные и женщины. Ну, невозможно быть счастливой рядом с тем человеком, который несчастен. А самоокупаемый ресурс не может быть счастливым. В итоге мы живем в несчастной стране.